Я вас приветствую в весенней Якутии. Чем мы сегодня будем заниматься? Так получилось, что сегодня я снимаю сразу два ролика. Это получилось буквально 20 минут назад, второй ролик, неожиданно. В общем, суть основная же, что сейчас у нас на Лене идет ледоход, и я хочу поймать этот момент. Есть еще один момент, связанный с началом весны, с ледоходом. Если помните, когда я был в Жатае, в Затоне, снимал выморозщиков, Ковалев Андрей Юрьевич, начальник Затона, он звал меня посмотреть, как они будут выводить корабли, как они будут ломать лед. Оказывается, у них уже процесс пошел. Он мне звонил на телефон, но не дозвонился, я был не на связи. В итоге я сейчас еду в последний день, завтра у них все заканчивается. И у меня так резко планы перевернулись, потому что я, ну, на другой был настроен. А сейчас мне срочно надо мчать в Затон, потому что время уже сколько? 2 часа дня, 3 час. А по идее у них скоро там все закончится, рабочий день. Ну, то есть они вот сейчас заканчивают. Все, подъезжаем. Зимнего состояния переводим их теперь в весеннее, ставим носом в берег. Помните, зимой по дороге ездили? Да. По этой дороге, ну, ледокол проехал, и все. И все. И а так дальше они уже сами. Все само раскололось. Вот, смотри, видишь, как опустилось? Это он же на льду стоял, а лед упал, видишь, вниз. Это все нефть возит, да? Что-то я не помню, это два парохода вот так вот, что ли, сейчас рядом? Ну, как буксир они? Сзади. Это буксир вот тут, да, здоровый? Да. Я думал, они поменьше. Все, Андрей Юрьевич меня сажает вот. Ага, спасибо. Так. Сейчас я перехожу туда, на буксир. На нем сейчас будем корабли тягать. Приветствую. Я к вам? Так, мужики, я Игорь. Вас Саня. Как? Саня, да? Классно. Очень приятно. Сколько человек сейчас на этом? На буксире? Что, расскажете, как работа идет? Да, нормально. Происходит. Ты же выше столкали, да, вот этот вот? Да, они, получается, так поперек стоят. Вот что-то лед обламывали здесь и их ставили к берегу. И сейчас у нас какая задача стоит? Сейчас? Куда идем? А, там уже диспетчер говорит, что там, куда переставить надо, что сделать надо. И жилет тебе еще. Надо. Жилет, да. Сейчас я посмотрю. Вот как сюда переехал, так и начал. Раньше вообще этим не занимался. Сейчас хотел вот рассказать. Я с Питера приехал, цену видел. Да, ну да, да. А здесь в Затоне, по-моему, мы Дисты или Лобанов Дисты. Сейчас будет удар, нет? Это вот старпом стоит Дмитрий Сергеевич. А, это старпом, да? Старший помощник. Да. Васильевич там, да, штурвалом.
можно вот этот здесь лед долбить. А вот сейчас как раз. Давай. Вот тянет ее. А, там получается мы с напарником работаем, да? Да. Ну там двигатели работают, там громко еще. Громко, да? На освещение, на дизель-генераторы. В общем, все это распределяется. Мне кажется, не слышно ничего будет. Ну там, да. Ладно, просто покажем. Ребят, навигация уже началась, 28 апреля, да, вы уже? Да, навигационное объявление. Вот Влад прилетел с Перми поработать. В общем, здесь сейчас работают 4 буксира в затоне. И они совместно вот выполняют эту работу. Выполнять приходится по-разному. Вот, вот сейчас мы только что, когда подходили, мы лед ломали, а другой буксир вот, баржу выводил. Бывает, что... Оба буксира толкают несколько барж. Вот сейчас мне парни рассказали, что они бывают, вот они вместе во льдах стоят, и вот не пройти между ними, и лед сплошной. Приходится их несколько цеплять и несколько выводить. Вот сюда уже повернуты носом к берегу. И вот так вот их вдоль берега выставляют, готовят к навигации. Вот там основное русло Лены идет. Испытано 20-й год. Испытано? Ага. Все-таки по сокращению. Я сэр, не смогу туда допрыгнуть. А тебе нужно запрыгнуть, чтобы пришвартовать? Вот тут? Да, мне надо вот на ту базу попасть. На ту? Да. Я смотрю, название знакомое, БТК 610.
Это же как раз я под этим колесом. Это колесный пароход, под которым я лазил вот там вот зимой. Ничего себе, а в каких годах их строили? Примерно. Ну, 608 БТК мой 83-го года, это 85-го. А колесный что значит? Вот спускайся, вот колесо грибное. У него винтов нету, он ходит за счет этих грибных колес. Такие только у нас. В преимуществе его с ней в том, что можно его отремонтировать без всяких судоподъемных механизмов. Сверху открывается люк. Колесо у нас в воде только вот посудово. Вот так вот. Вот эта вся часть всегда на сухом. За сколько времени такую майнинг подготовили? Вот они в ноябре начали и вот закончили на этой неделе. Только сейчас закончили? В январе закончили. Что, декабрь, январь, считайте, поработали. 2 месяца они уже делали. Надо же, какая чудо-техника. Как они так делают? Я каждый раз ожидаю столкновения, а его не происходит. Получается, по инерции, он, Васильевич, уже все останавливается на капитана, и по инерции судно само идет. Это он так настолько чувствует, да, опытом своим? Ну да. Ну, на, когда надо остановиться, чтобы вот так на тоненького подойти? У Васильевича опыта хватает. Вот так мы его освободили от ледяного плена со всех сторон. Прошлись. Теперь можно буксировать. Вот это пожарная станция плавучая, не помню, как точно ее аббревиатура, я там внутри даже был, если я ничего не путаю, по-моему, она. Пожарная плавучая установка. Ну-ка. Вот мы... А, она глубокая еще такая? Да-да, мы ее поддерживаем всю зиму. Здесь тепло у нас, там стоит насос пожарный, пенотушение 400 литров залито. Это на случай пожара. Таких штук у меня 6 штук по протоке стоит. И вот тоже за ними следим. А как тепло откуда здесь? Это электричество, да? Электричество, она же, да. Там вон, видите, две грелки стоит, и достаточно на этот объем. Ну-ка, я могу же зайти, да, спуститься? Да-да-да. Фонарь взял, но забыл. Вот здесь шлангов 400 метров. Это все что? Она всегда готова к работе, с той стороны вода бежит. А тут и пена, а воду вы берете из Лены, да? Если да, вы... вода, конечно, оттуда, из-за борта, а пена, если потребуется, все, подключаем. Пеногенераторы тут есть, все, без проблем. И бывает, что требуется? Бывает. Да? Конечно. А что тут зимой может загораться, интересно? Ну, работы когда ведутся дневные. Бывает, бывает, и пользуемся. Дай бог пореже пользоваться. Ну все, прицепили. Это вот Дмитрий Сергеевич, старший помощник капитана. Вместе с ребятами тут все делают. За штурвалом капитан. И представляете, мое удивление, кто помнит вчерашний ролик, на 9 мая я сделал. Я рассказывал о своих родных, и мой род по маме на линии имеет фамилию Сычевы. Так вот, фамилия нашего капитана Сычев Михаил Васильевич. Мы с ним, можно сказать, однофамильцы. А если он еще из моих краев, может быть, даже дальние-дальние родственники. Вот что интересно, я хочу спросить. Мой род Сычевых из Воронежской области. Так. Здравствуйте. Игорь, очень приятно. Михаил Васильевич, да, вот? Я, знаете, что мне сейчас ребята рассказали, что ваша фамилия Сычев, а у меня род Сычевых из Воронежской области, по маме на линии. Я с Кировска. С Кировска? Вот отсюда управляете, да? Мне просто всегда было интересно, как управление происходит. Так, сейчас мы... Так и происходит. Рычагами, да, вы? Ну, Юрич, подожди, маленечко, ну, видишь, тянешь же меня в сторону. Сейчас развернемся. Уже не задумываешься, что там дергает, куда дергает. А сколько лет вы уже? 25 лет.
А где по лени ходите? Здесь участок, где на Тучкута до Быкового мыса, и плюс все притоки. Судоводитель мастер-класса. Что есть, то есть. Все, давай, я вот так вот втыкаю, и все, веревку подаем. Все, не крути больше. Винты вот они. Ага. Вот это право, это лево. А это обороты двигателя. Это вперед, это назад. Автоматика, это воздух, значит, давление масла, давление в двигателе, давление в редукторах. У меня это редукторная система. Это управление насадками. То есть, значит, у меня рулей нету. Есть такое понятие насадки. Все это на гидравлике, гидравлическое. Тут штурвалов нет. Если заглох двигатель, автоматически включаешь второй двигатель. Звонковая система. Выключи. Связь, звонковая связь, пожарная сигнализация, система АБС, там, радиосистема стоит, это радиостанция, локатор фуруно, GPS, спутниковая навигация, рации, эхолот показывает вот под корпусом. Тут сейчас глубина большая, он мне на 5 метров поставит. Так что тут глубина более 10 метров, и он показывает, куда мы едем. Будет глубина 5 и 6 метров, он будет показывать четко. А рыбы не... Тут ничего нету такого интересного. Не, интересно, когда первый раз приходишь, вообще интересно. Для меня, я вообще первый раз в жизни в таком месте нахожусь. Это вы тут каждый день для вас уже, каждый уголок знаком, да? Каждый год тяжел. Одно и то же. Каждый год одно и то же. А сидеть приходится когда-нибудь отдыхать? Тут не море, тут река. А на реке каждый судоводитель знает, что каждый момент он... Не расслабишься, получается, не да? Не расслабишься, да. Вон такое, речка Лена, она такая серьезная, тем более такие реки у нас есть, как Алдан, Вилюй, Витим. Очень быстроходные речки, по которым просто-напросто рот развивать нельзя. Тем более везем груза тяжелые. Инерция большая. Бывает и по 6 тысяч тонн толкаем, и по 5. Ну, самое мало 2500 тонн. Лево-вправо не ходи, посередине. Все, Алексей, можно разделываться от него. Добро. Ну это же и интереснее получается, да? Конечно, интереснее, это опаснее и интереснее. Сергеич, ну все, это буксирную лебедочку ослаблю. Это у нас буксирные лебедки, 2 штуки. А вы их отсюда тоже ими управляете? Да, все это автоматически у меня. После зимнего отстоя приходится флот весь расставлять по новой, потому что надо очищать вот эту слеповую часть, где вот сюда поднимают на берег по рельсам, значит, на телегах, телеги они называются. Вот сейчас чаще это освободим, лед рассосется тут, куда ветром удует, куда мы утолкаем, баржи вытолкаем, приготовим тут местность, это самое. Ну и думаю, что на днях сам в рейс уйду. Река Амга, повезем уголь. Это по Алдану впадает река Амга, она условно-судоходная, не условно-судоходная, но трудно проходимая река со своими принципами, условиями прохождения и тому подобное. Ну вот, сейчас пойдем мы заниматься вон тем кораблем. Рабочая касание. БТК выставлена. Старший помощник капитана Проскуряков Дмитрий Сергеевич. Тоже дела снизу сделал с ребятами и к нам сюда. Че, воды уходим? Сейчас мы их посмотрим. А? А где вы можете? Ну да, сейчас колонем вот тут. В принципе, тут все расколоно. Ну ладно, я к ним пошел. Ну. Отсюда совсем по-другому смотрится. Ну вот и этот. Поставили. За 2 часа мы учат 3 парохода. Андрей Юрьевич вот сидит, с берега командует. Все, ладно, давай. Слил. Все, спасибо. Рад был познакомиться. Оп.
что, сбылась моя хотелка зимняя. Очень хотел попасть на это мероприятие, по которому мне еще зимой рассказал Андрей Юрьевич. И, Андрей Юрьевич, спасибо вам большое за очередную организацию всего вот этого процесса. Это было очень круто. И, ну, не только посмотреть, но и поплавать на буксире. Спасибо всем мужикам, кто сегодня был с нами, с кем я познакомился. Отличная команда. Спасибо за гостеприимство. Сам скажешь. Ну что, да, вот сейчас мне, короче, Санек покажет, как внутрянку. Я сам не буду заходить, давай. Да. И, ну, можешь покомментировать как-то. Там в машинке ничего не слышно, чтобы комментировать. Ну, в каюте, да. Да. Поднимаемся в наши каюты. Вот, как-то так. Это шлюпочная палуба. Здесь у нас вот лодка служебная. Ну и спасательный плот у нас вот он. Вот, в общем, что тут еще? Вроде все показал. Вроде. Пацаны, посмотрите, сколько воды у нас хватит на завтра. В этом. Ну вот здесь, где в этом. Да. Че, все сухо?